на образца 47-го года, да, то есть их, допустим, производят сейчас в современное время, но они образца 47-го, поэтому они так и называют АК-47. Дмитрий Першин, заместитель командира роты полиции по службе Дмитровского отдела вневедомственной охраны Росгвардии, рассказывает про оружие, его сборку и разборку. В роли внимательных слушателей ученики 5 класса Дмитровской школы номер 9. Безусловно, после, так скажем, теории юным гостям хочется все потрогать и примерить. Смотри, мы относимся к оружию всегда как к заряженному, да? Хоть у нас и учебный. Передай другу. Да и не такая уж и тяжелая. У нас на постоянной основе организованы такие встречи с учениками разных школ. Сейчас у нас в преддверии нашего праздника профессионального. У нас 27 марта будет годовщина образования в Росгвардии России. И в преддверии этого праздника мы проводим День открытых дверей. Сотрудники Росгвардии также продемонстрировали ученикам приемы борьбы, которые применяются при задержании, досмотре и сопровождении правонарушителя. Юные гости увиденно впечатлились, а самые смелые решили повторить. Не хватай его. Вот так, держи и командуй. Нет, ты-то повернись туда же. Ну, вот так повернись. С левой ноги вперед. Все. Все, поехали. Спасибо. Василиса все происходящее охарактеризовала одним словом – душевно. Куклы, бантики, мишки – это все не мое, говорит Василиса. Ну, мне более тянет на мальчишеские игры, там баскетбол, футбол, волейбол. Ну, волейбол – это вообще, да. Но еще мне нравятся какие-нибудь... Ну, у меня просто дома тоже автомат, если я все время с мальчиками стреляю из него. Мой собственный. Серьезно? Ну, а захваты ранее не пробовала? Сегодня у тебя как-то получилось очень хорошо. Ну, захваты – это что? Это вот то, что ты преступника задерживала, ты сегодня филигранно. Ну, да, мы играем в полицейских и преступников. Я обычно, ну, полицейский, я вот так вот, короче, вот так вот беру как-то, ну, задерживаю вот так вот. Оба. Короче, братья падают. Вот, то есть сегодня прям экскурсии тебе угодили прям? Крутая, очень клевая. Действительно, эмоций дети получили много. Очень все понравилось. Вот только что разобрал автомат. Вообще, как считаешь, вот профессия полицейского, вот Росгвардии, вот это вообще что за профессия? Опасная, не опасная? Мне кажется, очень опасная. Сложная? Очень. В чем сложность? Тут, во-первых, психологически человек должен быть. А второе, физическая подготовка. Также нужно найти общий язык, там, например, с преступником, чтобы он остановился от своих неправильных действий. Вот сейчас я думаю, с кем лучше стать. Полицейским или лучше доктором. Но я сейчас остановился, мне понравилось полицейским. Я сейчас остановился на этом выборе. После юным гостям дали возможность посидеть за рулем служебного автомобиля, пообщаться с сотрудниками Росгвардии по рации, а также включить проблесковые маячки со звуковым сигналом. Для детей эта экскурсия станет незабываемой. Также школьники поймут самое главное – то, ради чего и проводятся подобные дни открытых дверей. Чтобы они, дети, знали, что они всегда находятся под защитой профессионалов, то бишь Росгвардии, и могут спокойно жить, отдыхать, гулять на территории нашего любимого Дмитровского городского округа.